have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки. Едем в Эль Кайото прощаться с Джеки. Черт с ним, как бы оно вроде как, ну не то чтобы сюжетное, но вроде как чувак был нашим другом. Хотя на самом деле я к нему вообще ни разу не проникся. Ну ладно, поедем, все-таки сделаем это задание. Ну, я просто пытаюсь сейчас судить от имени нашего главного героя. То есть, если бы оставалось жить неделю, что бы я хотел делать эту неделю? То есть, хотел бы я мотаться по городу и убивать наемников, вместо того, чтобы искать способы... Ну, тут же есть быстрое перемещение, наверное, да, я забыл про это. Надо будет посмотреть потом. Фига мне сюда. Так вот, хотел бы я за оставшуюся неделю жизни бегать по городу и искать каких-то преступников, или я бы занимался какими-то важными вещами? То есть, то, что я сейчас поехал забрать награду, я вам объяснял. У меня мотивация такая. Мне нужно заплатить 20 тысяч механику, который нас воскресил, и которому мы торчим 20 штук за импланты. Это дело чести, потому что он на нас понадеялся, мы ему должны. Попробовать, ну это на тот случай, если мы сдохнем. Попробовать вытащить себя из этой дыры, это тоже логично. Поехать попрощаться с Джеки, на мой взгляд, тоже логично. Мне он лично был так себе, но я так понимаю, что для нашего персонажа... Нет! Нет! Твой за ногу! Ладно, сократили немножко. Убери! Не попал. Блин, две звезды. Я из GTA помню, что две звезды — это плохо. Я надеюсь, что я сейчас доеду до задания, и у меня все скипнется. Какой нафиг бой, вы о чем? А, все, нормально. Хорошо, значит, полицейские все-таки как-то реагируют. Я реакции от полиции в прошлый раз не дождался, но в этот раз вроде как что-то как-то... Так вот, вернусь к той мысли, которую я пытался донести до вас, что я не буду заниматься совсем уж левыми заданиями, которые не имеют никакого отношения к нашему герою. Они здесь просто есть для того, чтобы наполнить игру. А они здесь есть. Потому что заданий на карте просто дофигелиард. Вот это ты, красивая тачка. Мне понравилось. Вот, я буду заниматься тем, что, в принципе, более-менее может вписываться в логичность происходящего, так скажем. Поэтому мы поехали, забрали бабло. Каждый раз, когда нам будут предлагать забрать бабло или сделать что-то небольшое за награду, я, наверное, буду соглашаться. В смысле, я? Не, я не буду. Не бросать оружие, не выходить. Вы там сами можете выйти друг с другом, побросать оружие друг в друга, тоже было бы неплохо. Вот. Посмотрим сейчас, что у нас творится с Джеки. Как его будут закапывать, ну или не закапывать. Я думаю, что церемония похорон уже прошла. Мы сейчас просто будем поминать его, да? А, нет, нет, нет. Спасибо, чувак. Я использую другие машины чисто как буфер для торможения. Вот это вот красивая тачка. О, мне нравится. Может угнать такую. Я не знаю, могу ли я здесь угонять. Я еще ни разу не пробовал угонять здесь машины. Я как последний честный человек, блин, заплатил 14 штук за вот это ведро. Кстати, я не знаю, где можно починить машину и что будет, когда эта машина сдохнет до конца. Там вообще зеленый, ты мог бы ехать. Вот. Очень много вопросов для меня до сих пор остается, но посмотрим. Когда эта машина сдохнет, тогда мы будем решать проблемы по добыче новой машины. Потому что покупать машину... Я так понимаю, что единственное преимущество того, что у тебя машина куплена, это то, что ты можешь нажать на кнопочку, и она к тебе приедет. Все. Зато как удобно. Бах, и дверь открывать не надо. Так, надо убрать отсюда бильярдный стол. Зачем?
довольно тяжелый. Говорить будем? Спасибо, что пришел. Садись. Садись. Хочешь пиво? Давайте. Немного. Блин, я не то нажал. Ладно, я нажимал просто сесть поскорее. Я не хотел соглашаться на пиво. Пиво – это плохо, ребят, запомните. А, это столько времени у тебя ушло сообразить на то, чтобы достать бутылочку? Салют. Давно мы с тобой не виделись. Как ты поживаешь? Да бывало и лучше. Честно говоря, бывало и получше. Почему? Расскажи. Тот день, когда погиб Джеки, в общем, с тех пор моя жизнь стала гораздо тяжелее. Понимаю тебя. Мы все так себя чувствуем. Я сейчас пытаюсь подготовить Френду. Столько надо сделать, рук не хватает. Я не хочу участвовать в церемонии. Что за Френда? Френда? А что это такое? Мы собираемся вместе, чтобы почтить память ушедших. Родные, друзья. Приносим то, что они любили, и что может пригодиться им после смерти. Хороший гроб может пригодиться. Думаю, Джеки после в первую смерти. Очередь попросил бы пива. И пиво тоже будет. Я не хочу помогать. У меня. Почему у меня нет опции отказаться? Это выбор без выбора. Я не хочу сказать, давайте. Это же побочное задание. Давайте я откажусь, скажу, ребят, спасибо. Что-то не так? Да, не так то, что я не могу отказаться. Ладно, я бы хотел принять участие в церемонии, но как положено, чтобы не нарушать ваши традиции. Так. Просто у меня нет ничего, что можно было бы положить у гроба, чтобы почтить его память. Ну и что? Зато у тебя доброе сердце, Мининью. Нужно просто что-нибудь символическое. Поищи в его гараже. Там, считай, все его прошлое. Спасибо, мама Уэллс. Да не за что, Ви. Это тебе спасибо за твою чуткость. Да, я сам гараж на республиканском проезде. Ай-ТВР. Добраться до гаража Джеки. У него был гараж. У чувака не было тачки, но у него был гараж. Нормально. 80 метров. Поехали, прокатимся. Давайте немножечко соплями этими займемся. Нет. Отлично припарковался. Лучше тебе работу сменить, а то станешь циником. Ох. Здравствуйте. А у вас тут типа разборки, да? О, сука, чё ты перебрал? Привет, Ли. Ой, ты здесь! Что ты тут делаешь? Просто сижу и жду его. Хотя прекрасно понимаю, что он больше никогда уже не придет. Последнее время я часто прихожу сюда посидеть. Могу час просидеть. Ну, насидишь себе тут это на неприятности. Глупо, я так скучаю по нему. Очень скучаю. Присядешь? Поболтаем? Черт с тобой. Почему глупо-то? Это обычные человеческие чувства. Наверное. Джек много про тебя рассказывал. Говорил, как много ты для него значишь. Прямо так и говорил. Скорее всего, слова были совсем другие. Может быть и другие. Но он имел в виду это. Серьезно. Я рада, что ты узнал настоящего Джеки. Все думали, что он такой наивный весельчак, который во всем ищет положительные стороны. Угу. Но они ошибались. А вот это вот, каким он был с тобой, мне это нафиг знать не надо. Ну нет, таким он тоже был. Во всем старался видеть только хорошее. Джек был славный, душа нараспашку. И он не боялся жить полной жизнью. Хотя у него были свои тараканы. Конечно. А у кого их нет? Вот именно. Они и делают нас теми, кто мы есть на самом деле. Здесь осталась частичка Джеки. Так давай
Мама Уэллс будет устраивать прощание с Джеки. Мне надо найти что-то, чем он дорожил. Не поможешь мне? Не уверена, что мне стоит туда заходить. Думаешь, пока рано? Мы еще не наговорились. Дело не в этом. Мы с мамой Уэллс не то чтобы в лучших отношениях. Она бы не хотела, чтобы я что-то здесь трогала и тревожила его. Идем, я не расскажу. Так что лучше не надо. Джеки был бы рад, если бы ты зашла. Это главное. Пойдем. Открыть гараж. Обыскать гараж, выбрать предмет с помощью сканера. Думаю, ни одна холостяцкая нора без таких не обходится. Он говорил, это коллекционные. Сейчас таких не выпускают. Ну да, именно поэтому они тут и висят. Я еще... Он любил копаться в двигателях. Первый раз он сел на мотоцикл в 15. Зная его навыки вождения, удивляюсь, как он не разбился. О, мяч с подписью Данте Гонсалеса. Он тоже из Хейвуда. В баскетбол у нас тут играли все, но Данте был самый лучший. Если не ошибаюсь, он был первым, кто ушел из Валентина. Как и Джеки? Ага. Они оба хотели от жизни чего-то большего. Данте теперь капитан NC Blackouts. Да уж, Джеки любил тягать железо. Это был для него способ медитации. Это вы меня так с историей Джеки говорит, знакомите, с помощью сканера и ее реплик? Блин, ребят, это неинтересно. Не станет давать дурацких советов. Наверное, еще с 2020-го тут висит. Ха-ха, какие отсылки, капитальные. Все полные. Его любимая. Запас на черный день. Не прикасаться. Но почему? Хорош, ¿Por qué no puedes tocar una reserva estratégica? Va? Эрнест Хемингуэй, по ком звонит колокол. Читал, кстати. Джеки часто ее перечитывал. Перед каждым очень хорошая заказ. Книга. Он говорил, что этот мужик круче, чем Морган Блэкхенд. А ты читала? И как тебе? У меня как-то руки не дошли. Арк. Думаю, она хорошо подошла бы для френды. Он же купил себе, да, этот мотоциклет. Почему я мотоциклет не могу поскать? Он же до сих пор желтый. Закрыто. Интересно, что там? Его логово, в смысле спальня. Наверное, от нее был отдельный ключ. Давай посмотрим. Может, Джеки его где-то спрятал? Давай посмотрим. Найти ключ от комнаты Джеки. 4 очка опыта. Понимаете, просто... А, вот ключ. А вот и ключ. О, Джеки. Это Ман? С ней долгая история. Эй, все хорошо. Я не то хотел нажать! Ты не представляешь, насколько. Я однажды сказала Джеки, что ему нужно очистить это место от негативной энергии. Например, с помощью мандалы из песка. Он мне тогда ответил, что из песка лучше построить замок. БД. Е9. Милитех не авторизирован доступ, строй воспрещен. Слом протокола. То есть я не ломанул, да? Гнездо Уэллсов, крепость. Похоже, ты влияла на него сильнее, чем думала. Да, наверное. Она немного кривая. Мне кажется, она немного... кривовато. Она ужасна. Но это самое красивое из всего, что я видела в жизни. Да, хорошо. Сопли. Аквариум.
Аквариум? Остался от Тако. А кто такой Тако? Это та ящерица. Его рыба. Карликовая акула. Совсем крошка. Мне кажется, они стоят как самолет. Не думаю, что он за нее платил. Любимая текила Джеки. Так он ее и не открыл. Нет, амулет на счастье. Одна из первых бутылок, которые выпустил Хисус де Абахо. Это который основал Сенсон? Их осталось всего 100. И все они у самых богатых людей мира. И у одного трупа. Откуда Джеки ее достал? Вроде бы купил у какой-то старушки в Мексике. Она ему жаловалась, что Абахо украл у нее рецепт. Так. Кто это? Отец Джеки? Старый гангстер. Из Валентина, конечно. Вы знакомы? Нет, мне о нем только рассказывали. Но его тут никто добром не вспоминает. Классный кадр. Ничего не прокомментируешь? Так, что вы еще хотите, чтобы я отсканировал? У меня почему-то мотоцикл не сканируется. Я не знаю, почему он до сих пор желтый остается. То есть... я не знаю, что за фишка. Все, что я просканировал, оно... синее, видите? Железо, тут все-то... А мотоциклет не хочет сканироваться. То есть я на него навожусь, я вижу про него все данные, но он остается почему-то желтый. Отсканируйте, отсканируйте. Ну, то есть меня оно не засчитывает дополнительно обыскать гараж с помощью сканера, оно мне не засчитывает потом... А. Старый ремень. Память об отце. Из детства. Этим ремнем он бил и Джеки, и его мать. В один прекрасный день Джеки избил его самого и сказал, что в следующий раз убьет. Папаша попал в больницу, а потом ушел от них. Только сообщение. Зачем он его хранил? Видимо, как напоминание. Потрясный байк ищет хозяина. Джеки, друг, ты не поверишь, один коллекционный... Задание выполнено, наконец-то. Один коллекционер продает своего красавца, станет отличным. Но это мотоциклет такой. В эту субботу чемпионат мира в тяжелом весе. Свинс, Декс. Порекомендовал вас Сви. Про тебя слышал, сказал, что хорошо помнит, а Сви хочет познакомиться. Мне кажется, это просто формальность до встречи. Выберите... Да черт его, что выбрать. Вот это вот будет нормально. Я могу вот это выбрать? Я хочу фотографию Мисти выбрать. Я могу это сделать? Нет, почему-то эту фотку я не могу выбрать. Вообще фотку я не могу выбрать. Могу выбрать предмет. Давайте я ремень возьму. Виски. Шар. Давайте, может, Хемингуэя? Да. Прямо воплощение Джеки. Вот, для френда уже что-то есть. Но можешь тут еще походить. Да-да, спасибо, до свидания. Нам пора идти. Знаешь, я еще останусь немного. Попрощаюсь с ним. Корпоративное угнетение. Мама вас все равно не хочет. Корпоративное угнетение прекратится, когда мы перестанем угнетать сами себя. Это вообще общество Бартмоса. Скоро наступит столкновение с реальностью, которая взойдет та-та-та-та. Всякий раз, когда деньги переходят из рук в руки твоей истинной я, становится жертвой капитализма. Лучшее оружие... Что за коммунистические эти речи? Так, хорошо. Бар Кайотто. Хо-хо. Это я как будто головой пробегал, во что-то въехал. Мои глубокие соболезнования. Он был очень милый мальчик. Так выпей в память о нем, падре. Давай, чувак, отвали. Лучше несколько раз. Так и сделаю. Ви, хорошо, что ты пришел. Мы сейчас начнем. Садись, пожалуйста. Привет. Съесть и съесть. Ну, здорово. Блин, честно, так все затянуто. Ну, я понимаю, что они хотели сделать душевнее и лучше, но на самом деле получилось мутно и затянуто. Большое спасибо всем, кто пришел.
Я не буду расписывать, каким человеком был мой сын. Правильно, мне только что в гараже говорить, это расписывали. Мне его не хватает. Я лучше расскажу вам одну историю. Вот это нараторство сейчас начнется. Было ему тогда лет, может, 19. Джеки был в Валентино, а у них тогда была война с Мальстрёмом. Мне позвонили из больницы. Сказали, что в него попали 3 раза. И все рядом с сердцем. Когда я приехала в больницу, он был в сознании. Из него торчало столько трубок, что он выглядел как какой-то осьминог. Он сказал: «Не волнуйся, мама, пули меня не берут. Со мной никогда ничего не случится». А когда я собралась уходить, он снял с пальца перстень Валентина. Сказал, он ему больше не нужен. Он не боялся. Просто не хотел, чтобы я за него волновалась. Descanse en paz, mi hijo. О, чувак, это ты, я тебя не приметил сразу. Извиняй. Я помню, что я торчу тебе бабло. Когда я еще ходил в боксерский клуб «Бесы Найт-Сити», у нас была такая поговорка. Ищи настоящих друзей среди тех, кто может отправить тебя в нокаут. И это правда. Рука у Джеки была тяжелая. Ни от кого я еще так не получал. Я его удар помню до сих пор. Двенадцать раундов, дружище. Mandó Camporta. Lamenta no estar aquí. Todavía le quedan 4 años que cumplir. Me pidió que leyera esto. Recuerdo cuando Jackie se nos unió. Era un niño fuerte. Cuando decía que iba a hacer algo, cumplía. Tenía honor. Podría haber llegado lejos. Mis condolencias a la familia. Que descanse en paz. Кто-нибудь еще? Встать и промолчать. Я не буду рассказывать, как мы познакомились. Это не ваше дело, не мое дело. Все равно придется зачитывать отрывок из книги. Когда в юности уходишь на войну, у тебя есть иллюзия, что ты бессмертен. Убивают других, а тебя нет. Когда тебя в первый раз тяжело ранит, эта иллюзия исчезает. Спи спокойно, друг. Я бы хотела сказать тост. Por mi hijo. Я рада, что ты нашел время приехать. Хорошая френда у нас получилась. Знаешь что? Ты хороший парень. Джеки хотел бы, чтобы они были у тебя. Может, тебе налить? За Джеки-то. Дополнительно поговорить с Виктором. Да, Витек, слушай. Так. Блин, где Витек? Да что, что тут был, дружище? Блин, куда тебя смыло? А, вот ты где. Так, давайте с барменом потрещим. Давай-ка сосредоточься. Дополнительно поговорите с Подре, с людьми из Валентина, поговорить с Виктором, поговорить с барменом. Давайте почти. Да черт с тобой, я не хочу Джек пить. Ты, я хочу поговорить с ним. Говорит, для него это как потерять одного из своих. Интересно, не пей эту гадость. Тебе так же плакать. Фу. Чинкаро, вот только не начинай, не сегодня. Странно тут как-то, без Джеки. Мне все время кажется, что вот я повернусь, да он здесь за стойкой сидит. На своем любимом месте. До свидания. Мне сочеталось, что я поговорил с барменом? Да. Мне будет его не хватать. Уже не хватает. Мне тоже, Эссе. Мне тоже. Выпьем за Джеки. Он теперь уже в лучшем мире. Увидимся.
Конечно. Держись, малыш. Поговорить с людьми... Для КГБ, да-да-да. С Подры. Где этот Подры? Он наверху где-то, подранный чувак, да? А как мне наверх проникнуть? Ну, как я обожаю, когда такое случается. Я боялась. Я на самом деле так-то не ходок по барам. И мне вот эта вся барная обстановка... Выпьешь с нами. Задом нюхаешь цветы. Вся эта барная обстановка неприятна, и я себя здесь чувствую не очень хорошо. Ты знал Джеки? Ты был знаком с Джеки? Да, мы вместе начинали. Валентина? Нет, блядь, на чтениях в воскресной школе. Ты дебил, что ли? Хороший он был все-таки человек. Покойся там с миром, бродер. А ты кто будешь? Такое чувство, что я тебя знаю. Густаво Орта. Я ага. Да, слышал о тебя. Прими соболезнования, друг. От меня, Кампо и всех Валентинов. Все, это за Валентина мне посчитали, да? Или не засчитали? Да, черт. Ладно, фиг ладно, с вами. Выпью. За Уэллса. Мир его прав. Пока хватит, спасибо. Видишь? Свою норму надо знать. Блин, ну его уже несет. Нельзя столько пить. Пойдем. Думаешь, ты крутишь меня? Как мне подняться наверх, черт побери? А, вот, вот же лестница. Поговорить с этим последним вассалем. Ну, не знаю, такая подача персонажа мне не нравится. Дайте мне с ним побегать часов 10, потом убейте. Я проникнусь к нему симпатией. А так как вы сделали, вы его слили в самом начале, и потом пытаетесь мне расчувствовать, что смотри, какой был хороший человек. Ты пришел попрощаться, ну, блин, с одним из своих, Падре? Я пришел попрощаться с хорошим человеком. Ну, еще увидимся. До свидания, Падре. До свидания. Иди с Богом. Там была куча диалогов, но, понимаете, это неинтересно, по крайней мере, лично мне. Ребят, извините, если кого-то из вас-то задевает, кажется это циничным и всякое такое, но это не так делается. Спасибо. Спасибо вам. Я буду его беречь, обещаю. Cuídate, Ви. Выйти из бара. Я так понимаю, что у меня теперь личный гараж появился, да? О, я не туда попал. Бегать я тут почему-то, кстати, не могу. Все, завершено задание. Фух, до встречи в посмертии. Хорошо. Наконец-то у нас это задание закончилось. Нудное, тягомотное, не знаю. Я пожалел, что я попёрся это все делать. Но опять же, это немножечко соответствовало тому, зачем мы это делаем. Хорошо. В? Привет. А, то есть ведерко само себя чинит. Хорошо. Мне это нравится. Каждый раз, когда оно будет ко мне приезжать, оно будет починено. Журнал? Таро? Что за Таро? Зачем оно мне? Ладно. Кукольный домик, ну, на перепутье. Так. Тут мы ищем... Поехали сначала сюда. У нас два главных, но поехали, наверное, сначала сюда. А это, кстати, я тут сейчас... Ой, молодец. Эта машина похожа на, так, на ту, которая у нас была в самом начале. О, как тебя носит-то, корыто. Так, ребят, кто в курсе насчет быстрого перемещения, скажите, есть оно тут или нет. А то я гоняю по городу по 3 километра. Возможно, есть какое-то быстрое перемещение через карту. Надо будет глянуть. Вообще, почему бы сейчас не глянуть, проверить? Метро. Метро. Кстати, дофига ехать-то.
Я могу доехать на метро, это будет быстрое перемещение или где, или что? Так-то ехать на самом деле дофига. Давайте посмотрим, могу ли я на метро доехать. Оно тут 200 метров. Возможно, так будет просто проще. Спасайте! Такимура, блин. Ви, ты можешь говорить? Это важно. Говори. Что случилось? Кажется, я нашел решение нашей общей проблемы. Давай, давай, колись. Я связался со своим старым другом из Арасаки. Он сейчас здесь, в Найт-Сити. Супер. У него есть связи с очень влиятельными людьми. Отлично. Что за тайна? Говори прямо. Старый друг, у которого есть связи с влиятельными людьми. Что за намеки? Давайте ближе к делу. Я говорил, что буду пробовать варианты. Стучать в разные двери. Да, нам нужно встретиться втроем. Я, ты и мой друг. Ты расскажешь ему то же, что и мне. Что происходило в Камбэке Плаза. Я сомневаюсь, что мы его убедим. Но с чего-то надо начинать. Ладно. Ладно, где и когда встречаемся? В Джапантауне, после заката. Сейчас я вышлю тебе точный адрес. Встретимся на месте. Все, давай, до свидания. Ага, выбрать место назначения. Вот так метро работает, да? Если вы поставите блок, да. Просто загрузочка. Нам не покажут, как мы едем в метро, как садимся в вагон, разминаем шею. Но у нас просто загрузочка произошла. Понятно. Но это быстрое перемещение. Окей, это лучше, чем 3 часа было сейчас пилить на машине. Хоть так. Итак, шельмы. Эй! Кажется, я тебя уже видела. Видела, видела. У меня хорошая память на лица. Он хочет тут лить жажду в источнике, выжидает та-та-та. Лис осторожен, он, кажется, когда будет уверен, что вода, что вода не отравлена, блин, это серьезно. Развлечься хочешь? Ищу Джуди. Мне нужно поговорить с Джуди. Она у себя? Ага. По лестнице вниз. Я скажу Джуди, что ты к ней. Смотри, у меня есть. А? По лестнице вниз, а лестница у нас была... Сидим, где? Значит, вчера в баре. О, тут кому-то хорошо. Не по... Эй, куда собрался? Там до свидания. Новый дневник, что, блин, понедельник? О, я читать не буду. Дневник... Кто хочет почитать, на паузе, пожалуйста. Я это читать не хочу. Так, ладно, меня ведут к лестнице, ну давай. Типа я знаю, что нельзя, заплачу тройной тариф. Я не кругами хожу случайно? А, вот сюда мне. Я тебя понял. Так, поговорим сейчас с этой девахой, что она нам скажет, интересно. Хватит посылать мне всех шлюх, которых встречаешь. Что мне с ними всеми делать? Раз тебя так заботят, свали отсюда, мне поговорить надо. Своим гостем. Сьюзи, мы не договорили. Да нет, сука, тащись договорили. Отсюда. Такая, ой, все. Вот это вот чисто женская фишка. Такая, ой, все. А. Нам больше не о чем разговаривать. Нет. Вы мне чем-то напоминаете кочевников. Они тоже любят поговорить о поддержке и взаимопомощи. Классическое противоречие. Что важнее, семья или остальное? Здесь мир? Клуб. И всем насрать на твое мировоззрение. Мне пофиг, о чем вы спорили. Я понял, что это твой босс. Мне Эвелин вообще нужна. Джуди, ты давно разговаривала с Эвелин? Мне надо ее найти. Это важно.
Зачем? Хочешь отыграться за налет, который сам просрал? Деловая какая. Мне надо узнать, на кого она работала. И это все? Это все. Джуди, клянусь тебе чем угодно, я ничего ей не сделаю. В этом просто нет смысла. Ладно. Ладно. Эвелин Кукла. Раньше работала в облаках. Там на столе портсигар с адресом. Возьми его и отдай Эвелин, когда ее найдешь. Быстро ты слила подружку. Быстро ты ее слила. Документация, отсек. Ты же не против, что я тебя тут пошарюсь немножко? Мегабашня? Статусное место. До свидания. Стой! Что? Скажешь потом, как у нее дела? Окей? До свидания. Очень приятно. Ладно, я тебе позвоню. Окей, я тебе позвоню. Спасибо. Да-да, тебя туда же. Спасибо, Ви. Да, серьезно, у вас тут и такое есть? Хорошо. Кукла. И почему я не удивлен? Тенграмма в поврежденном мозгу. Тебя ничего не должно удивлять. Я должен с ним поговорить? Эти облака. Он же со мной уходит. А почему бы и нет? А по-твоему, оно стало так само? Ты у нас тут босс, да? Чего уставился? Так, тебя забыл спросить. Апокалипсис. Каждый знает о речи Бортмасси, но никто не может ответить на вопрос, что им двигало в тот день, когда пала первая сеть. Дозор объявил его преступником. В новостях о нем говорили, как о сумасшедшем. Сколько в этих словах правды? Решайте сами. Мы публикуем письмо, которое Бортмасс опубликовал перед тем, как запустить Rabbids. Причина, по которой оно попало в руки исследователей, только сейчас очень проста. Кто-то не хотел, чтобы его увидели. Мария Хименес. Хочешь что-то сказать? Ну, говори. О чем ты спорил? О чем вы там так спорили с Джуди? Что-то случилось? А твое какое дело, что случилось? Она, в принципе, права. Тоже хочешь рассказать мне про ответственность за других? Валяй, залезай на трибуну. Мне просто любопытно. Я тебе так скажу, любопытство может выйти боком, если у тебя нет крепких кулаков и железной задницы. У меня есть, у тебя, видимо, нету. До свидания. Я не хочу с тобой больше разговаривать. Ты же не Кевелин пришел. Какое миленькое личико. А за Виртами Джуди? До свидания. Да? Годные штуки. Сама посматриваю. Вон там. Мистер Хэнс. Меня зовут мистер Хэнкс. Если тебе нужна работа в Пасифике, звони мне. Я Ви. Ну, не слышу, приятно познакомиться. Ха. Наше знакомство честь для меня. Нужна будет работа. Звони. До свидания. Вон там. Серьезно? Меня просто тупо машина сбила. Ни хрена себе. Глянь-ка сюда. Ты это видишь? Так, звони мне всякие та-та-та-та-та. Либо я совсем поехал, либо это какое-то мистическое откровение. А как зовут ту эзотерическую тёлку? Исти? Да не, это у меня нейроны шалят, надо показаться Виктору. Хотя, можно и к ней зайти. Шоу из Night City. Так, чувак, ты вали-ка отсюда. Машинку мне дайте. Ладно. Что у нас по заданькам? Во-первых, давайте F5. Во-вторых, да и какой персонаж? Что-то я давно, кстати, уровней не получал. Может, надо было уже. Ладно. Журнал. У нас три главных есть. Уровень угрозы средний, высокий, высокий. Шут. Ты кто такой вообще? Поговорить с Мисти, найти в городе все граффити с арканами Таро. Ой, блин, это вот эти Таро, которые появились, я тебя понял. Поверить с Виктором дополнительно.
То есть я поговорю с Виктором, он мне скажет, я тебе сейчас настрою, ты их будешь видеть, и всякое такое. Да ну их нафиг. Очень высокий. Старые друзья, встретиться с Такимурой. Уровень очень высокий. Пойдемте, наверное, на кукольный домик, где средний уровень угрозы. Вот сюда. А далеко? Ну, а там метро нету. Проще прокатиться. Так, отвечаю, это ощущается как в столице, серьезно, в столице, если у тебя есть, ну, я про реальную жизнь говорю, живешь в столице или приезжаешь в столицу, если у тебя есть метро, то все замечательно, если нет метро, то тогда начинается проблема, приходится добираться на машине, на такси, на чем угодно, но метро всегда решает все проблемы. Так же примерно и здесь, наверное, мне кажется, может быть. Выскакиваем навстречку, хорошо. Пойдем немножко по основным заданиям, побочки какие-то, ну, не знаю. Я вот попробовал их пощупать, вот эта побочка с Джеки, она была такая тухленькая. Посмотрим, как она будет. Опять же, я говорю, то есть вы пытаетесь привязать меня к какому-то персонажу, вы хотите... Ну, как ну, классический пример, в том же, например, Vice City, в котором мы... Ай, блин, на, по телефону только... Эй, ты! Слышишь меня? Слышу, чё орёшь? Чего тебе? У нас тут соревнования! Тир, призы, все дела! На стрельбище у меня! Угу. Да уж я догадался, где. Ну, в деле? Конечно, в деле. Когда? Так прям сейчас. Я просто из машины сюда, хотел выйти. Мы тебя подождем. Сэр, можно вас отвлечь на минутку? Ну, что на этот раз? Я слышал, ты вчера проводил акцию. 50% на все. Схватить? А зачем мне ее хватать? Извините, пожалуйста. То есть вышел у нас? 5. Да, но там был один хлам. А зачем мне ее хватать? Объясните. Это типа местная охрана или что? Я знаю! Так вот, из того же Vice City, чувак с нами ходит пол игры, потом нас предает, мы его ненавидим. Например, в той же «Мафии» Джо Барбера. Кстати, Джо Барбера очень сильно напоминает по своему формату именно Джеки. Единственное, что мы можем тут получить, это пизды. Причем скорее в плохом смысле. Откуда такие прогнозы? В плохом смысле. Поэтому что-то скрывает. Башню явно держат тигриные когти. Мы уже как минимум двоих видели. Тигриные когти, считай, филиал Арасаки. Интересно. Все корпораты играют грязно. Но улицы еще хуже. Там вообще одно говно. Так что корпораты отдают улицы на откуп бандам. Не хотят запачкать свои воротнички. Что тут удивительного? Я не про это. Если Эвелин хотела спрятаться, тем более это Тарасаки... Тут не лучшее место. Не да. Лучшее место. Не хочу показаться грубым, но я все это в руки ебал. Не хочу показаться грубым. С чего ты взял, что Джуди врет? Это называется интуицией. А с чего бы она тебе просто взяла бы и слила свою подружку вот так вот? Способность, которая позволяет уверенно пиздеть. Сокровищем нашего поколения. Гранчестер, искусственный интеллект компании Рейвен. По-твоему, если выебать надувную куклу, это тоже измена? Хорошие вопросы задаешь, чувак. Очень правильные. Кукольный домик. Ну, я понимаю, что мы сейчас вляпаемся. Ну, ладно. Добро пожаловать в облака. Мы знаем, чего вы ищете. Не желаете подключиться к терминалу? Вы знаете, зачем здесь? Откуда вы можете знать, чего я тут ищу? Облака всегда знают. Мы находим ваши тайные желания. Вы получите то, чего хотите. И не только. Наш клуб существует, чтобы превосходить ваши ожидания. Я ищу Эвелин Паркер. Она здесь работает? Сейчас проверю. Эвелин сейчас недоступна. Я должен ее увидеть. Это важно.
Доверьтесь алгоритму. Он подберет для вас наиболее подходящую куклу. Все они могут в любой момент поменять цвет волос и глаз по вашему желанию. Я не клиент. Я не клиент. Значит, у вас все еще впереди. Каждый когда-то был в облаках первый раз. Вы не пожалеете. Достаточно только подключиться. Мы зарегистрируем вас и создадим ваш профиль. Я не хочу этого делать. Прости, она сказала что-нибудь полезное? Раз тебе нужна особая жратва, шли нахуй официантку и сразу иди к повару. Да. Блин, у меня не хватает. Вау, уже вот здесь 7 нужно. Подключение через личный порт небезопасно. То есть? Заходишь как клиент и смотришь вокруг. Не хотят раскрывать карты? Отлично. Мы и без них сыграем. Как тут все происходит? Моторными функциями куклы управляет алгоритм. Он превращает данные вашего профиля в ощущения в реальном времени. Поведенческий чип также блокирует воспоминания куклы о проходящем сеансе. То есть она ничего не будет помнить? Если я скажу «да», сеанс покажется вам бессмысленным. Только от вас зависит, насколько рискованно в нем участвовать. Хотите сказать, это не опасно, но риск все-таки... Что-то вроде того. Главное, он будет не таким, как вы ожидаете. Есть. Воу, а вы меня заинтриговали. Я не хочу подключаться, вот через личный порт небезопасно. Ну, блин, мне не хватает опять же скиллухи. Ай, жаль. Подключитесь. Может быть, я смогу ее отвлечь таким образом? Ну-ка. Камера наблюдения. Компьютер. Автомат, это такое. А только что где мог сервак взломать? Блин, интерфейс такой. Ну, уберите менюшку чата, пока я сканирую. Ну, что за нафиг? Ай, ладно, черт с вами, подключиться. Хорошо, попробуем. Пофиг, что будет, то будет. Сеанс пройдет в реальности, так что события могут принять неожиданный оборот. Не спешите отключаться, если вам некомфортно, иначе пропустите что-нибудь интересное. Мне это уже не нравится. Если вы считаете, что не готовы к происходящему, сеанс можно прервать в любой момент. Выберите стоп-слово. По смерти. Угу, сохранила. Теперь подождите немного. Я считываю ваш профиль. Скоро вы увидите совместимых с это вами куклу. Это стрелочка, которая влазит в розовую задницу. Поиск пары. Я типа должен выбрать? Два совпадения. Интересно. Это нормально или... А что такое нормально? Ну, два совпадения, это потому что у нас два человека в моей голове живут. С особенными вкусами. Ничего, система справится. Кто вам больше нравится, Ангел или Скай? А кто из них кто была? Мне понравилась, которая слева. Это которая была... Ха. Думаю, я возьму Ангел. Полностью поддерживаю ваше решение. Внесите оплату, и через минуту вы окажетесь в облаках. Сколько? Я не хочу платить. Я пришел не развлекаться. Мне нужна инфа. А, к сожалению, ее мы не продаем. Если передумаете, будем ждать вас снова. Да ну твою за ногу! Ладно, я передумал. Я заплачу. Искушение часто сильнее нас. Пожалуйста, подключитесь.
подавись. Вот, пожалуйста. 500 баксов. Оплата успешно прошла? Если хотите расслабиться перед сеансом, весь этаж в вашем распоряжении. Ангел ждет вас в шестой кабинке. Мне нужно можете сейчас отключиться. Это все? У нас в облаках действует только жесткий запрет на ношение оружия. Пожалуйста, сдайте его на хранение. А не пошел бы ты нахуй, Джонни? Ставить оружие я не хочу. Спасибо. Желаю вам приятного отдыха. То есть снаряжение. Я оставил все свое оружие. Как прикольно, блин. Ладно, у меня есть еще кулаки. Рекламный щит. Я бы на самом деле походил бы по другим кабинкам. Мне кажется, ли там кто-то дохлый валяется? Да. Ты у нас, оказывается, извращенец. Вот избавлюсь от мозгового паразита, сразу выбор станет больше. Еще что-то говорить будем, не? Блин, я не то выбрал. Черт, я не то выбрал. Это отвратительно. Я хотел вообще-то девушку выбрать, а не вот эту гориллу. Ну ладно, я сейчас постараюсь, чтобы у нас тут ничего такого не было. Тигр. Ничего так. Но я бы лучше живьем поглядел. Не такие-то ляшки. В смысле не могу войти? Какого хера? Я тут, блядь, каждую неделю бываю. На а я могу нити войти. Че? Что за херня? Да. Блин, я не на ту кнопку нажимал. А где меня загрузит? С контрольной точки. Это где? Может, давайте я выберу сейчас заново куклу другую? Можно? Я не помню, где сохранялся. Сохранение должно было быть на входе где-то, или при оплате, или что-то такое. Ой, угораздило же меня взять не то. Доступ разрешен, видите? Мне разрешен доступ. Сейчас я беру у тебя оружку, и тебе сразу станет хорошо. Зачем мне... Так. Инвентарь, снаряжение. А, 100 патронов, нормально. Сдох? А как? Как я ему по 300, по 400 урона наношу, но при этом он жив? Он меня видит, я не пойму.
смысле? Тут открыть силы, у меня не хватает силы, применить технические умения, технических умений мне тоже не хватает. То есть у меня стало резко... А почему я не могу сюда... А, вот, нормально. Тать, сдохни! Фига вы крепкие. А зачем? Я хочу понять, зачем я это все делаю. То есть, зачем я нарывался, зачем все это происходит. Ну, перестрелял я их тут все, и что дальше? А, там кто-то. Тут кто-то. Этот весь хлам позабираю, если вы не против. Просто в текстуру ушел. Ну, молодец. Так, сейчас. Зачем я все, все это ввязываю, мне интересно. Ладно, знаете, давайте что сделаем. Загрузка. Вот здесь вот загрузимся, да. Я не хочу всю эту стрельбу сейчас проводить. Загрузимся, и тогда уже с вами продолжим со следующей серии. И мне кажется, что... Это я сейчас зря все сделал. Надо попробовать все сделать мирно, если получится. Потому что я думал, что я пройду и что-то это... Спасибо. Да, это у нас после сдачи оружия. Все, я понял. Давайте тогда, ребятушки, на этом моменте закончим. В следующий раз пойдем, встретимся, поговорим, попробуем сделать все по-человечески. И тогда вы, будет видно, это все стоит того или нет. На этом у нас все. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, попра. Всем ладушек. Всем покеда.